Могу ли я узнать подробности? Вы рассказывали мне много о войне людей и монстров, о вашей здесь жизни, но мне интересно послушать вас еще. Ну, что еще можно рассказать? Я знаю! Чара, давай расскажем о том, как мы подружились, о людях, что падали сюда. Думаю, Фриск будет интересно. А, хорошо. Тогда я начну. Я постараюсь рассказать все в деталях, как и любит Фриск. Это произошло 5 лет назад. Точно не помню. Знаю одно. Тогда я была еще совсем мелкой и любила страдать фигней. Я не была особо общительной и чаще всего проводила время в одиночестве, творя неведомую дичь. В один из дней, когда я, как обычно, гуляла одна, я решила взобраться на гору Эббот, о которой ходили легенды. Были распространены слухи, что каждый, кто осмелится взобраться на эту гору, никогда больше не вернется. Они еще вели речь о каких-то монстрах, которые были заперты в подземелье и все такое, и я не особо вникала, я просто хотела исследовать гору. И я взобралась, и с вершины горы смотрела на город, чувствуя себя победителем, ну или сверхразумом, который зачем-то взобрался на гору с плохой репутацией. Я уже собралась уходить, но заметила эту самую дыру, и любопытство одержало верх. Я подошла посмотреть, что внутри, как будто могла что-то разглядеть, но оступилась и... Я нашел ее на цветах и притащил домой. Ну, чего бы нет. Мы подружились, и она стала жить с нами с того дня. И было реально классно. Мы гуляли по подземелью и хавали шоколад. А потом к нам начали падать еще люди. Оставлять их всех в руинах не было смысла, ведь они бы все просто не поместились в этом маленьком домике. Нам хотелось найти решение этой проблемы. И тогда папка Асгор решил поселить их в замок, в котором живет и работает. Типа он же король и должен выполнять королевские обязанности. Людям, что пришли к нему, он выделяет отдельные комнаты, ведь в замке места хоть отбавляй. Таким образом, люди, вновь и вновь падающие в подземелье, теперь уходят в Хофланд и живут в замке. Скорее всего, мы направим туда и тебя. Но если тебе не нравятся замки, то можно попросить Санса и Папайруса приютить тебя. Они рады новым гостям. Стоп, стоп, что? Я не планировал жить в подземелье. Вы, конечно, все очень классные, но я должен вернуться на поверхность. Меня мама убьет, если я не вернусь до вечера. Сорян, но ничего не выйдет. Ни людям, ни монстрам не позволяет выйти на поверхность барьер, который создали люди после войны. Разрушить его можно только с помощью 7 человеческих душ. Людей у нас, конечно, много. До твоего появления нас было уже 7, а теперь вообще 8, но... Но умирать и отдавать невесть кому свою душу никто из людей не планирует, и поэтому мы живем в подземелье и ищем альтернативный способ выбраться. Блин... Я думал, что вернуться не составит труда. Не расстраивайся, тут весело. Мы покажем тебе много интересного, как и остальным людям. Мы как раз собирались пойти завтра в Сноуден прогуляться. Пойдешь с нами? Ну, раз уж нет другого выхода, я с вами. Давай мы покажем тебе интересные места в руинах, а то все сидим в доме и никуда не выходим. Хорошо, я только за. Вы хотите прогуляться? Ага. Покажем Фриск руины. Хорошо, только не задерживайтесь надолго. Уже вечер, и вам надо выспаться перед завтрашней прогулкой. Все будет шикозно, отвечаю. Итак, начнем с этого дерева. Всякий раз, когда на нем вырастают листья, они опадают. Мы любим строить ужасающие конспирологические теории по этому поводу. Но это только в том случае, если нам нечего делать. Продолжим экскурсию. У нас есть магазин паучьих пончиков неподалеку. Вот он. Пауки делают и продают пончики для пауков. Из пауков. Да, их жизнь немного жуткая. Ну да не будем об этом. Здесь есть также местный призрак, который целыми днями валяется на полу и ничего не делает. Блин, я тоже так хочу. Все так хотят. Ему, конечно, легко, а нам ОГЭ сдавать. Я сейчас плакать начну, только не 6 обязательных предметов. Хватит говорить об экзаменах, дети. Я вам покушать приготовила. Эти пирожки такие вкусные. Мам, а когда ты испечешь пирог? Завтра утром. Ура!
Этот пирог самый топовый хавчик на земле. А что за культ, посвященный пирогу? Ты просто не представляешь, насколько он вкусный. Но он будет только завтра. А сейчас вам следует доесть пирожки и пойти спать. Хорошо, мы только за. Лично я уже поел. Я тоже. Мы ждем тебя в комнате, Фриск. Окей. А пирожки реально топовые. Можно мне еще тетя Дриэль? Конечно. Фриск, мы ждали тебя в комнате, пока не уснули. Почему ты не пришел? Что? Ой, простите, я съела слишком много пирожков и меня отрубило. А, вот в чем дело. Ничего, бывает. Готовься, сейчас поедим пирог и пойдем в Сноудин. Но сейчас ведь только 6 утра. Пирог тепленький с утра, поэтому привыкай вставать рано. А, ладно. Сейчас приду, надо умыться, то я совсем как сонная муха. Тетя Ториэль, а что вы делаете? Готовлю пирог. А почему именно так? Ну, вообще-то я здорово экономлю. У меня электрическая плита, а ты цены за электричество видел? А, потрясающий ход. Вот и я так думаю. Ладно, пирог будет готов через пару минут. Пока что садись за стол с ребятами. Хорошо. Теперь ты понимаешь, почему мы так сильно любим этот пирог? Он действительно шикарен. Я рада, что вам нравится. Я надеюсь, никто ничего не забыл. Чара, надень шапку. Я не хочу, чтобы получилось, как в тот раз. А что было в тот раз? Ничего особенного. О, произошло нечто интересное. Она не надела шапку и простудилась, после чего чуть не отправилась на тот свет. Будь в подземелье нормальная медицина, все было бы не так плохо. Чё, жестко. В любом случае, одеваться надо по погоде. Все ясно, мы поняли. Мы пошли. Извините, до свидания. Что случилось, Азриэль? На самом деле, она не раздражительная, как может показаться с первого взгляда. Просто я зря вспомнила об этом случае. Иди себе так, как будто ничего не знаешь. Скоро ее отпустят. Договорились. А почему мы стоим? Стоим, значит, так надо. Чара, да ладно, ты все еще в обиде. Ненавижу, когда кто-то напоминает мне про тот случай. Но еще больше я ненавижу, когда кто-то рассказывает про него, кому попало. По-твоему, Фриск, это кто попало? Он наш друг. Возьми шоколад и перестань обижаться. Ты... Ай... Я действительно поступила неправильно. Давайте просто забудем об этом. Окей, договорились. Так, почему же мы тут стоим? Я так и не понял. Мы ждем Санса. Он телепортирует нас в город, чтобы мы не шатались по лесу 3 часа. Что? Телепортирует? Вау, никогда не думал, что такое возможно. Санс может многое. Один раз мы подрались с ним за пароль от Wi-Fi. Это долгая история. Зато теперь у меня есть этот пароль. Эй, шкиды, что, меня ждете? О, вот ты приперся. А у кого пароль от Wi-Fi? Когда-нибудь я отомщу тебе. Ты слишком ленив для этого. Хватит спорить о ерунде. Сань, давай телепортируй нас. Кстати, ты ж мне 100 должен. О, я верну. Не в этом году, но я верну, наверное. Вот мы и в городе. Отлично, идем к тебе домой. Ну, пока что нет. Что? Почему? Знаешь, дома беспорядок. Мне надо прибраться, а вы пока погуляйте тут. А раньше заняться уборкой не мог? Мне было лень. Ну, развлекайтесь. Что ж, хорошо. Время для очередной экскурсии, Фриск. Блин. Скажи спасибо Сансу. Из-за него мы тут торчим. Окей, экскурсия так экскурсия. В Сноудине, как и во всем подземелье, есть местные фрики. Например, эта собачка. Она стоит рядом с ледяной глыбой в ожидании, что она превратится в шедевр. Ну или эта зайка. Она просто стоит со своим питомцем на одном месте часами, не двигаясь ни на миллиметр. Понятно. А нормальные тут есть? Ну, конечно, есть. Наверное. Честно говоря, я сомневаюсь. Окей. А в этом городе есть еще что-нибудь, кроме этих долбанутых жителей? Конечно, есть места, куда можно сходить. Магазинчик, отель, бар Грилби и библиотека.
Не густо. Чем вы вообще здесь обычно занимаетесь? Тупо сидим дома у Санса, хаваем спагетти и смотрим телек. А еще едим мороженку. Кстати, я сейчас приду, куплю нам всем подоброженному. Окей. Как видишь, Фриск, у нас тут не так уж и скучно. Ну, не знаю. Слушай, у меня есть идея. Идея, чем мы можем заняться, пока Санс собирается. Может быть, устроим монстрам геноцид? Чара, это была шутка. Чара! Санс! Знаешь, что Фриск сказал? Я уже хочу посмотреть, как вы будете сражаться в коридоре правосудия. Стой, не пали меня, Чара! А я мороженку принес. Идиоты. Как видите, уборка не заняла много времени. Не заняла много времени? Мы успели съесть по 3 мороженки каждый, поиграть в снежки 5 миллионов раз и построить космический корабль. Ну, возможно, это заняло чуть больше времени, чем хотелось. Итак, сейчас я проведу для Фриска экскурсию по дому. Это уже 3-я экскурсия за время, что я нахожусь в подземелье. Ничего страшного. Вот смотри, это диванчик, который стоит перед телеком. Это мой домашний камень Жора. Это кухня, а на кухне Папайрус готовит спагетти. Он, кстати, любит головоломки и ненавидит мои шутки. А, вот как. Папайрус, знаешь, почему твой брат Санс все время ходит в курточке? Потому что в Сноудене холодно, и он боится продрогнуть до костей. Убейте меня. Ой, а где Чара? Чара разве не зашла вместе с вами? Нет, ее тут нет. Она явно где-то в Сноудене, придурки. Бежим искать! Чара, вот ты где! Чара, твоюж, если бы мы не нашли тебя, то Тори любила бы меня. Вся ответственность за твою жизнь на мне. Чего вы паникуете? Я книгу читала. А нас предупредить о своем уходе не могла? Сейчас это уже не имеет значения. Я нашла способ, который поможет нам, наконец, свалить из подземелья. Что за способ? Я расскажу о нем в доме, не здесь. Мне не нужны свидетели. Итак, сейчас я вам все расскажу. В одной из книг было написано, что есть 2 способа выйти на поверхность. Первый способ – разрушить барьер при помощи 7 человеческих душ. Вы все знаете об этом способе, но он не единственный. Второй способ – нужна душа человека – и душа монстра, то есть один человек и один монстр могут выйти на поверхность, но при этом барьер не будет разрушен. Так вот, идея такая. Мы со зрелем пройдем через барьер, окажемся на поверхности и проведем беседу с людьми. Расскажем им о том, что хотим мира между людьми и монстрами. И каким образом это поможет? Ну ты сам посуди. Люди были достаточно сильны для того, чтобы создать барьер. Соответственно, и разрушить его им труда не составит. Окей, но вдруг это вообще не в их интересах? В таком случае в моих интересах дать им люлей. А если серьезно, мы со зрелем справимся. Мы знаем, что надо говорить. Я верю в вас, вы справитесь! И правда, возможно, что-то получится. Спасибо. Единственная просьба – никому не говорить. Если вы хоть кому-то скажете, то слухи об этом моментально распространятся и дойдут до Асгора. А я не думаю, что он обрадуется тому факту, что мы со зрелем идем на риски ради свободы. Клянусь великими спагетти, я никому не скажу. Мне тупо лень кому-либо что-то рассказывать. Аналогично. Прекрасно. Ну, тогда забудем об этом на некоторое время. Гоф бар Грилби, что ли? Я никогда не стану питаться этой ужасной едой. Мои спагетти гораздо лучше. Не-ха-ха-ха. Ну, это уже твои проблемы, бро. Чего желаете? Ну, мне пожрать. Можно поконкретнее. Доширак неси. Я буду котлетки. С макарошками? Нет, с пюрешкой. Мне 7 осыпь. А я хотела бы шоколад. К сожалению, шоколада нет. Не завезли. Что? Его нет? Нет, это знаешь, чей ответ? Догадываюсь, но в любом случае, шоколад сейчас не в наличии. Да мне все равно. Мне не важно, где ты его достанешь. Мне не важно, как ты его достанешь. Неси мне шоколад. Окей, сейчас закажу. Вот, пацаны, учитесь. Вот в чем секрет успеха. Круто. Мне кажется, сервис в баре Грилби стал лучше. Ну да,
В этот раз Грилби сделал нам скидку, а это уже неплохо. Ребят, так куда мы теперь поддержим? В Waterfall. Может, лучше я сразу телепортирую вас в Хотланд? В Waterfall'е ведь так скучно. Ну уж нет, мы должны провести для Фриска экскурсию. Опять? Вы серьезно? Этих экскурсий было так много, что я уже со счета сбился. Это не займет много времени. Ладно. Ну, я тогда сразу в Хотланд. Буду ждать вас там. Удачи. Пока. Смотри, Фриск, видишь эти цветы? Это эхо-цветы. Они повторяют последнее, что им удалось услышать. Вау, это так необычно. А еще есть грибочки, которые зажгутся, если на них нажать. Это интересно. Почему же Санс говорит, что здесь скучно? Здесь мало кто живет. Мы тебе не рассказывали, но Санс занимается продажей хот-догов. И ему нужны места с хорошей проходимостью. Понял. Я не думаю, что нам следует гулять по Waterfall'у слишком долго. Сейчас нам стоит пойти навестить Андайн. Как раз познакомим ее с Фриск. Доберемся на лодочке? Доберемся на лодочке. Привет. Я лодочник. Или лодочница. Не так уж и важно. Хотите прокатиться на лодочке? Да, нам до дома Андайн. Тогда стартуем. Хей, Андайн, открывай, Новый год! О, здорово, мелкие спиногрызы, давно не виделись. Мы пришли навестить тебя и познакомить с нашим новым другом, Фриск. Ну привет, Фриск, рада буду познакомиться с тобой. Я тоже рад. А у тебя есть что пожрать? Ну конечно, заходите, ребят. Итак, Фриск, думаю, стоит провести экскурсию по дому для тебя. Ну все, я официально задолбался, никаких больше экскурсий. Тебя все равно никто не спрашивает. Начнем с этого пианино. Я хз, зачем оно, но оно просто тут есть. Это плита, шкафчики. Я твой дом труба шатал. И мой теплохолодильник. Я ненавижу холодную еду, и поэтому Альфис сделала мне холодильник, который греет пищу. Кто, блин, такая Альфис? Как? Ты до сих пор не знаешь о ней? Она провела в подземелье интернет, благодаря чему теперь можно сутками напролет смотреть аниме. Она создала метатона, который очень популярен в подземелье. Как можно не знать о ней? Вы с Альфис подруги? Ну, мы хорошие знакомые. Мы никогда не говорили с ней о дружбе. Мы просто общаемся. А тебе хотелось бы стать ее другом? Нет. То есть, да, но это не важно. В конце концов, мне нет дела до этого. Я часто бываю занята. Чем же? Я состою в Королевской гвардии, но у нас нет врагов. И поэтому все, чем я занимаюсь, защищаю детишек от хулиганов. Это не то, чем должен заниматься воин, но сражаться не с кем, а других дел просто нет. Понятное дело, у нас в подземелье все всегда отлично. Андайн, а ты можешь научить нас готовить блинчики? Готовить? Блин! Чики! Я совсем забыла! Папарус должен присутствовать на уроке готовки прямо сейчас! Он опять забыл прийти! Придется проводить урок у него дома! Простите, пожалуйста, но мне надо бежать. Ничего, мы как раз и не планировали особо задерживаться. Но я хотел блинчиков. Обойдешься. Обидно. Ну да ладно, пока, Андайн. Еще увидимся, придурки. Ну так что, поедем в Хотланд на лодочке? Подожди, я вот задумалась. Эти кристаллы в стенах, они не имеют цены в подземелье, но стоят больших денег на поверхности. Может быть, если мы... Понятно. То есть ты предлагаешь стырить кристаллы? Нет, я всего лишь предлагаю стырить кристаллы. Окей, я тоже не против поднять на них бабла, но нам даже положить их некуда. Именно поэтому ты сейчас пойдешь в магазин и купишь рюкзак или что-то типа того. Что? Где я тут найду магазин? Меня это не особо волнует. Я запомню это, Чара. Здравствуй, лодочник. Лодочница, неважно. Привет. Хочешь прокатиться на лодочке? Да, мне нужно. Ты не знаешь, нет ли какого-нибудь магазинчика поблизости? Знаю один. Могу отвезти тебя туда. Спасибо, выручаешь. Не за что. Это лишь моя работа. Что ж, стартуем. Ну и как мы их достанем? Легко. Берешь что-нибудь острое и выколупываешь. Окей, палка сойдет? Вполне себе. Ну а я буду использовать нож.
Ты серьезно носишь с собой нож? Ну да. Я часто покупаю тортики в Хотленде, и мы с ребятами их режем, чтобы поесть. Что тебя смущает? На данный момент меня смущает абсолютно все. Просто выколупывай кристаллы, бро. Не задумывайся о том, что здесь происходит. Мозг сломаешь. Здравствуйте. Вы продаете? Конечно, продаю. Все, что хочешь, продам. Мне нужен... Арбузы нужны? Спелые, сочные. Нет, мне нужно... Ноутбук моего производства. Рюкзак мне нужен. Хотя ноутбук тоже не помешает. Ну так чего ты ждешь? Бери оба, скидку сделаю. О, топово. Я принес рюкзак. Ну, наконец-то. Мы уже кучу кристаллов выкопали. Давай сюда. А это что? Это ноут? Ну, да, ноут. Какая винда? 10-я. Десятка? Теперь твой ноут, наш ноут. Ребят, так вы будете складывать кристаллы или вам уже на все наплевать? А, да, точно. Что ж, складываем кристаллы и в дорогу. О, ребята, вот и вы. Я ждал вас здесь довольно долго. Хорошо, что я слишком ленив, чтобы уйти отсюда. О, здорово, братан. Возвращайтесь когда-нибудь. Слушайте, а вы знали, что мороженщик перешел работать в Хотленд и больше не торгует Сноудини? О, да это же замечательно. Давайте купим доброжное. Лично у меня денег нет. Блин, у меня тоже. У меня только деньги с поверхности. Что бы вы без меня делали? Приветик. Хотите съесть что-то холодненькое в эту жару? Конечно. Вы пришли как раз вовремя. У меня почти закончился весь товар. В этих местах его скупают моментально. Ну вот ты и нашел то место, которое будет приносить тебе больше денег. Так сколько доброжного осталось? Всего 5 штук. После того, как я все продам, пойду изготавливать еще. Тогда давай нам все. Но нас же всего 4. Отнесем 5-е лодочнику. Много раз помогал нам добраться до нужного места. Его нужно благодарить за это. Ага, ты прав. Вот ты отнесешь. Да блин. Здорово, лодочник. Хочешь морожку? Ого. Мне еще никто не приносил угощения раньше. Я очень благодарен тебе за это. Ты был очень классным и добрым лодочником. Я думаю, ты единственный адекватный монстр здесь. Не думаю. Я просто спокоен. В любом случае, я надеюсь, мы увидимся еще. Я тоже. Возвращайся когда-нибудь. Итак, Фриск, как насчет экскурсии по Хотленду? Нет, никогда больше. Ха, вижу, у тебя бомбит. Будь осторожней с этим, ведь тут и так жарко. Это не смешно, я действительно устала от экскурсий. Ну ок, тогда просто пойдем в лабораторию Альфис. А вот и эта лаборатория. Давайте просто зайдем. Это аниме и прям было лучше. Определенно надо рассказать мне о Мандайн. Здорово, Альфис, мы не отвлекаем тебя? Нет, проходите. Знакомься, это наш друган, Фриск. Здрасте. Привет, Фриск. Как насчет экскурсий? А я думаю, подружимся. Не терпишь экскурсий? Что ж, тогда я просто расскажу, что да как. Это моя лаборатория. Тут я делаю разные штуки и... Эй, Альфис, тут такое дело. У меня микроволновка навернулась. Сможешь починить? Да! Конечно, Андайн. Спасибо, еще увидимся. Стой. Андайн, я знаю, ты хочешь стать подругой Альфис, но почему-то скрываешь это. Альфис, по тебе тоже видно, что ты горишь желанием дружить с Андайн. И знаете, я просто обязана подружить вас. Может, чаю? Не знаю, как другие, но я уже вас Фриск! Ну так что? Как насчет дружбы? Ну, как бы... Я только за, чтобы стать другом Альфис. Я тоже рада буду дружить с Андайн. Класс. Я рада, что вы стали друзьями. Да, отлично. Дружба, все дела, это круто. Но нам, наверное, пора идти. А куда мы уже пойдем? Вечер, в конце концов, нам пора спать. Ребят, у меня в секретной лаборатории есть кровати. Можете поспать. У тебя есть секретная лаборатория? Конечно. Я перестаю удивляться. Я в шоке. А я давно знаю об этом. Слушай, Андайн, как насчет просмотра аниме? Эй, Альфис, последи за мелкими до утра, окей?
Они, конечно, пошли спать, но я нутром чую, что они что-то вытворят, если захотят. Да последим мы за ними! Свали уже! Нам нужно посмотреть аниме вместе! Удачи! А тут жутковато. Ага. Говорят, в этой лаборатории Альфис проводила свои жуткие эксперименты. Говорят, если мы сейчас не пойдем спать, то не выспимся и завтра весь день будем вялыми. В натуре, господь. С вами скучно. Вам то есть, то спать. Кстати, надо бы завтра купить побольше еды. Согласен. Блин. Ладно, спокойной вам ночи. Но знайте, ночью к вам придет бабайка. Обязательно. Доброе утро, Альфис. Ты не спишь? Мы с Андаем всю ночь смотрели аниме. Оно действительно очень классное. А вы там как? Вы выспались? Мы всю ночь общались с амальгаметами. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Да это же просто местные упороты. Так что все нормально. А это что еще за местный упоротый? Это метатон. Мое изобретение. Здорово, Сигли. Это урок кулинарии. Сегодня мы будем заваривать ролтон. Ой, а где приправа? Вот, держи мою пачку ролтона, братан. Тут есть приправа. Тебе нужнее. О, большое спасибо. Дорогие друзья, у нас появился ассистент. Стоп, чё? Какой я ассистент? Так получилось, братан. Нет у нас времени на съемки всяких шоу. У нас есть важные дела. Да, так и есть. Альфис, мы пошли. Времени реально нет. Хорошо, удачи вам. О, вот и вы. Понравилось у Альфис? Да нормально вроде. Амальгаметы классные. Что ж, а теперь вопрос, касающийся нашего плана. Я вот подумал. Трона с горы находится рядом с барьером. То есть пробраться через барьер незамеченным просто невозможно. Я все продумала, не волнуйся. Идея вот в чем. Мы с Азриэлем прячемся за колоннами в коридоре правосудия. Вы с Фриск начинаете сражение. Нашу прибегает Асгор и начинает орать на вас. В этот момент мы с Азриэлем по-тихому валим. Все понятно? Теперь да, отличный план. Я что, должен драться с ним? Ага. Что ж, Санс, телепортни нас в замок, а то шататься по Хотланду как-то скучно. Окей, сейчас все будет. Итак, мы в замке. Чара, диктуй указания. Значит так, я и Азриэль за колонны, Фриск и Санс по местам. По моей команде начинается сражение. Прибегает Асгор, отчитывает Санса и Фриск, которые тянут время, пока я и Азриэль не свалим к барьеру. У нас все получится. Мне нравится план, но меня пугает то, что я буду сражаться с Сансом. Да не переживай, малой. Это же все не по-настоящему. Мы с Азриэлем на местах. Начинаем. Слушай, Фриск, скажи хоть что-то обидное, а то мне жаль бить тебя просто так. Ролтон лучше, чем доширак. Ты труп. Я покажу тебе настоящую силу доширака, смертный! Ты чё, глупый? Вы что, упоролись? Что происходит? О, здравствуйте, великий уважаемый Асгор. Мне хотелось бы подискутировать с вами на одну интереснейшую тему – право слова. Оно есть у каждого, но может ли кто-либо ответить на это самое слово в грубой форме? Валим. Может ли дать физический отпор? Мне хотелось бы услышать от вас ответ в развернутой форме, с полным рассмотрением этого вопроса с юридической точки зрения, с перечислением всех требуемых статей и последствий их нарушения. Что ты несешь? Санс неплохо справляется с тем, чтобы тянуть время. Да, я так и знала, что он не просто так учился на юриста. Пригодилось в жизни. Смотри, Чара, барьер! Я должен идти. Стойте, мне хотелось бы обсудить с вами и другой важный вопрос. Что вы считаете лучше, Ролтон или Доширак? Объясните, почему? Как вы относитесь к людям, которые любят то, чего не любите вы? Явно не так, как ты, скелета кусок. Дайте ответ в развернутой форме. Да, у нас получилось. Мы на поверхности. Ей, я так рад. Осталось только убедить людей освободить монстров из подземелья, и тогда вообще топ будет. Боюсь, с этим будут проблемы. Чёткие пацанчики с района идут прямо сюда. Этого еще не хватало.
Здорово, Чара! Чё, думала, мы забыли тебя? Мы помним, что ты нам когда-то косарь долганула. Мы тогда такую тусу организовали, век не забуду. А это кто? Чё, монстр дофига? Я... Кореш твой? Да, конечно. Мой лучший друг, Азриэль. А, ну раз друган Чары, то и наш друган. Ребят, раз уж вы на нашей стороне, то не могли бы вы сделать для нас кое-что? Конечно, могли бы. Только вот за небольшую плату, понимаешь, да? Чё нужно сделать? Ваша задача — договориться с кем надо о том, чтобы разрушить барьер и освободить монстров на поверхность. Договориться можете с помощью какого-то количества кристаллов. Остальное возьмите себе. Ок, мы всё сделаем. Слово пацана. Ну что ж, Фриск, у нас получилось. Асгур ни о чём не догадывается. Он догадывается о том, что мы два придурка. Это он знал еще давно. Так, ладно, давай прогуляемся по замку. Может, встретим других людей. Как тебе идея? Мне плевать. Значит, ты согласен. Кто блинчики будет? Я буду бить всяких неумных за гаражами. А блинчики, наверное, не буду. Лучше использовать пистолет, чтобы наверняка. Вы глупые. Ты сделала матешу? Лол, нет. Здорово, пацаны. Вы не против, если мы присоединимся к вам? Свалите, идиоты! Значит, не против. Ребят, ну хоть вы меня поддержите. Роутен же лучше, чем доширак. Ну, естественно. Это все знают. Ну, хз, я предпочитаю пельмешки. А я люблю давать всем люлей. Согласен. Блины на веки веков. Так как есть хоть кто-нибудь, будет блин. Опа, я не откажусь. Единственный нормальный человек. Надо бы и купить пачку чипсов и газировку. И дядю Колю позвать на футбол. Слушай, короче, мы тут немного барьер разрушили. Есть чё, мы не при делах, чинить сам будешь. Что происходит? А, да просто наша знакомая девка со своим другом попросила нас барьер разрушить за кучу кристаллов. А мы чё, а мы не дебилы, мы согласились. Кто именно попросил вас делать это? Они. Эй, привет, бать. Мы случайно. Как вы могли пойти на поверхность и мне не сказать? Мы случайно. Неделя без компа вам обеспечена и никаких сладостей. Но мы же случайно. Мы освободили монстров из подземелья, так еще и люлей отхватили. Папа, теперь наша жизнь станет лучше, вот увидишь. Тут превосходно. Ага, Санс. А что это большое и яркое? Мы называем это огромная огненная звезда в космосе. Блин, прикольно. Столько красивых мест для прогулок с Альфис. И столько всякой техники, по которой можно смотреть аниме. Сандайн. Так прекрасно. Я даже знаю, кого сегодня копануть. Побить неумных за гаражами. Я с вами. Я тоже. А у кого-то есть пельмешки? Это начало новой жизни. И нового сезона, что будет называться «Жизнь на поверхности».